Ой, блять. Так, ладно, все. Я тут. Что дальше у нас? Последний рубеж. Это что такое? Последний рубеж. Ебать тут народу. Блять, вы че угораете нахуй? А, у меня 5. А, все, я понял это. Все, я понял, понял, понял. Угу. Я все, блять, понял. Можно поставить вот эту хуйню, все заставить просто. Или проверить. Так, кувшины 100% надо. Так, и как бы нам сделать? Так, ну допустим, можно ебнуть вот этих, ладно, типов, вот. Чтобы они все спиздили. На самом деле, тест бы сделать, тест. Тестовый запуск сейчас, наверное, сделаем. Тестовый запах. Ой, тестовый этот. Запуск. Не знаю, на похуй наберем что-нибудь. Вот этих типов. Похуй вот этих. Поебать. И мы, короче, ставим. Сможешь продержаться? Вот. Делаем вот так, делаем вот так. Посмотрим, сколько нам хватит. Насколько. Делаем вот так. Потом ставим вот так. Я не видел, там есть водные, подводные эти ублюдки или нет. Делаем вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Каждому хуярим вот так. Эй, еще бы что сделать. Так, не хватит тогда. Похуй. На рандом, чисто на рандом делаем. Просто рандом. Фул рандом. А, тут не сразу даже волна идет. Я думал, сразу пиздец начнется. А тут мы пока солнышки еще наберем. 5 волн всего, окей. Внизу вот немного пиздец. Нам будут давать сейчас солнышки. Не, мы внизу, собственно, сделаем. Укрепление. Чего? Все, сели. Ну все, на зарядку все поставим тогда. Давай, на зарядку. Так, дайте мне минуту, я сейчас принесу. Минуточку, ебать. Стоп. А. Все, заебись тогда. Нихуя тут пробили нам обороночку. Ну потому что тут слабые, я же говорю. Бля, а сколько нам дадут, интересно? Интересно, сколько нам дадут? Вот просто неинтересно будет посмотреть. Сколько нам солнышек дадут? Сколько тут? Так это мало, лол. Бля, это мало. Как бы нам выстроить тогда? Нашу оборонительную, так сказать. Из двушек или из трешек. 325 они стоят. Трешки полная хуйня тогда. Получится тоже. Так, ну они будут забирать. Допустим. По 325. Здесь выставить, если. Не, мы так не пройдем. Надо менять стратегию. Не-не-не-не-не-не. Главное меню. Выйти. Мини-игры. Последний рубеж. New game. Новая игра. По-другому надо выстроить тактику. Здесь хуйня будет полная. Так, подводных нету тут этих червей. Так, ну мы берем вот так, вот так. Так.
Допустим так. Где еще? Вот эти 100%. 325 они, вот они. Три стрелы. Дерево, факел, похуй. На рандом тыкнем, если что. Эту хуйню тоже возьмем. Ну, они, значит... Ага, у нас еще эти есть, кстати, звездоплоды. Через звездоплоды тоже, может быть, попробовать погонять там как-нибудь. Не знаю, похуй. На рандом чисто тыкнем, пукнем. Так, теперь опять выставляем нашу оборону. Вот так мы работаем. Выставляем наши три стрелы. И мы будем выставлять их вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Теперь ставим этих бомжей. По сатыге. И усаживаем их зернами. И пробуем как-то так. Так, я не знаю. Давайте я на низ попробую даже поставить. О, стоп, стоп, стоп. Попробуем так. И можно будет, знаете, поменять даже. Знаете, как сделать? Если не получится таким образом, сделать как можно. А сверху два всего будет. Ага. Они уже хавают. Нам тогда надо усилить верх. А усилить верх можно сюда поставить. Ага. Хорошо. Все, я понял. Или же нам расставить их вот так. Вообще. И они по всему будут бить. Можно будет поставить их, попробовать так. Чисто вот так в одну линию расставить. Они все равно будут бить. По трем направлениям. Так, дверь отдавай, блядь, козел. Бля, ну вот верх вообще пиздец. Верх вообще пизда там полная. Сверху там пиздец, грибу. Да, сверху, конечно, пиздец. А можно же не всегда ставить магниты, по идее, да? Можно же магниты не всегда ставить. Не, не хватает. 125. Блять, недостаточно. Сука. Шлюха. И как бы это компенсировать? Чем? Звездоплодами, да, попробовать можно загасить их. Не знаю, как дополнительная залупа, которая будет их хуярить. Ну, давайте попробуем, похуй. Давайте. Пусть с ним не получится, не получится. Ну, будем молиться, чтобы... Сверху пока что не шли зомбаки. Ну, сверху смотри-ка, зомби особо и не идут. Хотя это еще не этот же. Это же не волна.
Ну, одну сторону нас будут ебать. Ну, или можешь сразу переиграть и ставить так. Тут, скорее всего, мы будем переиграть, наверное, я думаю. Хотя, может, вытерпим. Тут очень солнышек мало дают. Очень мало. Я хуй знает. Нам опять не хватает. Можно две усадить. Можно два этих поставить. Как бы сделать? По-умному. Так. Звезда, как ты будешь их пиздить? 25 и на воду. Тут выходит зомбарь. По идее, если тебя поставить вот так, наверное, ты будешь их хуячить еще сильнее. Ну давай попробуем, рискнем. Оху. Так, стоп. Куда прилетает вот эта звезда? Так, ну по идее эта звезда должна сюда прилетать. По идее. Наверное, она туда прилетает, я не знаю. Внизу пиздец, внизу. Тебя захавают уже. О, пизда. Ладно. Живем пока что. Эту звезду не надо было ставить. А, и тут захавали. Не знаю, может мы как-то выиграем это. Может быть. И тут с каждым рубежом не дают больше солнца. Солнышко. Здорово, Тирайт. И дают так же, типа. А мне денег нету даже. Не, надо рестартить. Рестартим уровень. Пизду такое. Не, я не хочу так играть. Так. Это 100%. Вот так работать будем. Все, я придумал, как мы, наверное, будем делать. Плюс-минус. Плюс-минус я придумал, чем будем делать. Давайте попробуем звездочек взять. Попробуем вот это поставить. Салам. Здорово. Как дела? Нормально, тебя как? Жизнь тоже заебись. Вчера... Красава. Пек. И тактику, кстати, можно поменять. Можно сначала плюс-минус примерить. Телеки где-то выходят здесь. Сколько мы 3 стрелы можем поставить, если мы въебем вот так их. Так, мы попробуем. Но тут 3 стрелы тоже надо ставить. Орехи 100% надо ставить. Это тут, блядь, даже не обсуждается. Не знаю, попробуем их усадить так. Попробуем посадить вот так. И попробуем посадить, допустим, так, 3 стрелы. Ну пусть, допустим, я не знаю даже. Кувшинки, что ли? Ладно, там в игре уже разберемся ближе. Попробуем так.
Да, так они не будут доходить до моих этих. Так сказать, будем пиздюлей им давать. Чтоб они до орехов не добегали. А когда уже вступят за дело, так сказать, подойдут ближе, а тут орешки будут они кавать. Вот так, заебись. Вот эта стратегия хорошая. Вот надо было сразу не ждать, сразу так делать. Серия будет как называться «Обдумывание стратегии». Ну там почти ебало разбивает этому ведре зомбарю. Зомбарю с ведром почти ебальник бьют. Да, он даже не добегает. Вот пока толпы нету. Когда появится толпа, вот это пиздец будет. На самом деле. Так. Можно, наверное, даже немножечко повыебываться вот так. Поставить одну. Или не надо. Похуй. Ставим. Олуним, так скажем. Если мы выживем эту волну, то в next волне еще поставим штучку, и будет посильнее уже. Посильнее будет. Не все линии посильнее будут. Вот так вот более-менее охуенно выходит. 5000, наверное, мало, хотя 5000 это хардово по большей части. Подрубил Эйнштейна. Кто там великий мыслитель? Ну там вообще типы, они не добегают просто. Просто не добегают. А, ну я же поставил для воды, почему? Потому что тут люди вылазят, эти зомбари. Ради них я поставил. Им пиздячек вставляют неплохих таких. На, въебался нахуй, сынок. Ёбаный. Нет, заебись, смотри-ка. Нормально. И то есть кофеин будет их уже на всю игру. На весь раунд. Это заебись, это заебись. Так, хорошо, ставим тогда еще одну штуку. Все, пробуем так задефаться. Аж линии еще посильнее станут. Как минимум три. Жаль, тут улиток нету, кстати. Улитки, которая монетки собирала бы. Зомбари же улиток, по сути, не едят. Ебать, там что-то спортсмены мощные какие-то. Бля, вот тут футболер идет. Да это хуёво. Надо, чтобы кто-то проснулся и забрал у него ёбаную его каску. Во. Пизды дайте ему. Бля, теперь эти из бассейна не вылазят.
теперь из бассейна типочки, блядь, вылазят где-то здесь. До этого вылазили тут. Что за хуйня? Если, блядь, они так и не будут вылазить, можно поставить тогда эти хуйни. У нас тут немного проблемка с этим идет. Ну, у нас выбора, в принципе, нету. А, на коне работать не будут. Ну, один только есть поставить. Зарандомить так, угадать. Попробуем так, ладно, сделать. Попробуем зарандомить, чтобы не съели его. И сейчас они, блядь, будут вылазить там, где я поставил. Магнит. Палку, кстати, палка железная, металлическая. Почему палку, кстати, не забирают? Так, ну смотри-ка, уже проблемки какие-то я вижу. Орехом пиздец. Да, он ореху пиздец внизу. О, бля. А в мини-играх нету. А я проебал, походу, смотри-ка. Еба. Еба. А я все, я въебал. Го, посмотрим, как мозги соседа захавают. Мне даже интересно. Или нет. Или они не успеют. Внизу тоже пиздец. Точнее, сверху. Так, ну не, вот, сейчас соседа хавать пойдет, мужик. Смотрите. Не, они его не успеют убить. Все, сосед. Первый проигрыш в прохождении. Ну тут надо через звезды играть. Давай. Тун-ду-дун-тун. Бля, они показали, как захавали соседа. Соседа не показали, как похавали, ебать. Ну хуй знает. Давайте через звезды пробовать. Я не ебу. Как еще тут выиграть? Через двоечки вряд ли. Ну ладно, давайте попробуем так, похуй. Похуй, бля, похуй. Да-да, бля, больше есть нахуй. Давайте попробуем через них. Здорово, как сам? Нормально ты как? Так. Уй, знает даже, через что еще поиграть здесь. Вот эту хуйню можно врубить, вот эту. Ну, что еще поставить можно? На самом деле, такая хуйня, тут все useless просто. А, чуть не проебал самое главное. Ха. Красавчик, блин. Красавчик, блин. Хорошо. И как мы будем их ставить? Ну, в принципе, есть варик один. Как выиграть в эту игру, ебать, показываю сейчас. Этот варик. Усаживаем их так. Усаживаем их так. Так, вот так. Даем им, так сказать, кофеинчика, бля. Дорожечку, нахуй. И попробуем через звездочки просто ебашить. И через звезды идем к победе. Вот так я предлагаю попробовать. Чисто попробовать. Кинуть, так сказать, трай. Бабульки ебаные. Ну, блять. Ну нахуй.
У нас все остались бабки при этом, да? Еще один ряд усадить, вот так можно. Хорошо. Тогда надо будет подумать в следующий раз. Потому что что-то они слабо бьют звездочки. Хотя он соло спортсмена пизды дали. Быстренько. Да и дверь они хуярят неплохо. Блять, только доходят они с дверьми своими ебаными. Ну, дед ебаный идет. Иди нахуй, дед. Лестницу свою забери тоже. И пиздак закрой. Ку-ку. Ку-ку. Здорово, здорово. Спасибо за донат. Так, а может исполнить? Бля, давайте исполним. Реально. Ебейший мувмент. Похуй, так оставим. Давайте попробуем. Спасибо за донейшн. Здорово, здорово. Давайте попробуем исполнить, так сказать. Лютую хуйню. А, блядь. Но они дотягиваются, вроде магниты. Вот у магнитов какое расстояние? Вот он хавает, стоит. Ну хуй знает, может магнит дотянется. Хуй его знает. Чисто мясо. Ну надо магниты ближе ставить тогда. Ну не, это скорее всего ёбаное. Что не КС? КС вчера была. На, въебало тебе. Прыгнул, хуй. Не, не дотягивается магнит. А чё я сделать могу? Член показать только. Ну да. Еще ближе ставить ряд. Ну, не, тогда надо ближе ставить. Вот где-то примерно здесь. Вот тут где-то ставить. И там один ряд будет этих хуярить. Ну, давайте попробуем еще раз. Через эти играть, хорошо. Так, что еще взять? Это похуй, это. Это я взял. Ну все, вот самое главное у нас персонажи. Так, мы хотели, получается, вот так, да, делать? Давай так. Пробуем. Пробуем. Блять, на самом деле не бобслэщики, потные типы. Не потный уровень с ними, а вот эти, блядь. Потные, нахуй. А даже похуй, если их схавают, правильно же. Поебать на них. На этих имею в виду. На магниты. Если их схавают, похуй. Мы поставим новые, у нас же будут бабки. Если так подумать. Ну, только одна. Чё, надо будет одну поставить. Ну, попробуем так, давайте. Похуй. Бля, на чили не получится, бабки проёбу. А хотя нахуй эти бабки? Бля, пизду их. Если под так подумать. Надо будет в магазин зайти посмотреть. Нужны ли, блядь, эти бабки? Серьезно? Или они нахуй не нужны? Если так подумать.
Серьезно, нахуй эти деньги. В этой игре они не имеют веса. После того, как ты купил парочку улучшений. Так, но они здесь вылазят. Хотя они рандомно вылазят могут. Как я уже понял. Хорошо. Ладно, попробуем так продолжать. Опа, халява ебаная. Такие бабки мне нужны. Так, кто там идет? Кушаешь яблочко? Вкусно? Очень вкусно. А что за сообщение мне пришло? Ну-ка, чё там? Пусть пока пиздится. Пей. Пей. Блядь, не успел, мышку не вижу. Курсор именно. Курсор не видно. Все, желтый, красный. Как моча. Моча, да? Так, на вторую волну мы тоже пережили. Что нам еще? Помочь нам, что так вот нужно сделать. Чисто попробовать. Не чисто. Наверное, даже ошибка была. Ошибка была. Ошибка была, да? Ой, вот тут уже проблем. Ебать, тут проблем, смотри. Вот эта идея хуйня была, на самом деле. Полная залупа. Полная залупа вот эта идея. В принципе, она и такой. Это полная хуетень. Кушай, не подавись. Бля, если они взорвутся, это пиздец будет, кстати.
На всякий случай я лучше взорву их, блядь. Ну их нахуй. Ну нормально, держимся. Заебись. Внизу немного хуевенько стало. В принципе, неплохо. Погнали дальше. Ничего ставить не буду. Ебать, там сразу с ведрами два идут. Зомбари, да, идут? Мощно. Ебать, ведер очень много. Банус. Тут легнуться. Слишком дохуя с ведрами типа. Пиздец. Может быть пройти. Пиздец, я не базарю. Да, вот идеально. На, блядь. Убила их, да? В принципе, так тоже пройдет. Привет, впервые тебя смотрю. Здорово. Добро пожаловать на подпольное обещание. Убила их? Хорош. Завалило их, да, все? Валишь. Орехи, в принципе, можно сварить. А тут же без КД. Тут же, я надеюсь, они без КД. Орехи. Сейчас вот захавают их. Бля. Где быстрее упадет? О, блядь. А он в КД, ебать. Так они, блядь, в КД, серьезно? Бля, полная хуйня. Уровень уебищный. Я буду качать. Я хуй знает, ну так задефались. Пиздец. На самом деле такой уровень, конечно, странный. Тут еще и растения с КД, блять, какого-то хуя. Вон внизу уже прошли. Хуярик. На, блять, на. Давайте тут бабла можно поднять, пиздец. Не трогай, блядь, звездочку мою, сука. Погоди её лицку! А, все что ли? Ебать! Ууу, блядь, прошли, дай пять. Красавчик. Прошли этот уровень, блядский. Зомботаник. Правильно прочитал?
Походу это нижний либо сложный уровень, либо что-то. Ебать, а это что делает? А теперь чечеисло. Еще? Да. Еще теперь. Да. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Пиздим их. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Котята. Пойди-ка я гадить буду. Бля, вот этот уровень, конечно, тоже ёбнутый какой-то. Я вам так скажу, бля. Не знаю, попробуем. Да, там мы эти есть. Похуй, так попробуем сыграть. Вот где пойдет первый? Как понять? Рандом ебаный. Думать надо, где пойдет первый тип. Ну, ты, кстати, хуйню сделал. Вот где он пойдет? Ну, блядь, там пошел, конечно. Уебок. Уебок лысый. Иди нахуй. Ну, он, в принципе, так отпиздит мое это растение. Ну, тут смысла, наверное, нету. Наверное, надо играть как-то через... А, у них же урон вдвойне меньше, чем у растений моих. Да, он ее, блядь, пиздит. Всю жизнь свою будет. Ну, только сейчас я его запу. Ня-ня-ня-ня-ня. Так, надо здесь. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Послушай. Ударила? Ударила. Ударилась. Так, а у меня только за 200 есть. Угу, понятно. Так, ну да, попробуем его так пиздануть. Хорошо. Работаем, блядь. Так, ага, с двух сторон решили. Вот суки. Ну ладно, похуй. Проебем немножко этих тогда растений. Вот, а задефаем вот здесь. Ему сразу два будет в ебальник лететь тогда. Эту мы тогда тоже поставим вот здесь. Пусть похавает, блядь. От души нахуй. И тут пошел. Бля, придется проебаться немного. А когда ты пройдешь растение, проходи вторую часть. Я хочу первую. Не бобо. Бобо. А чика. Чика. Я чику не оставлю. Наклейку, да. Еби. Наклеечки, так сказать. Ебаш. Так, ну пора. Ня-ня-ня-ня-ня. Вот этого цепочка вот таким образом. Ня-ня-ня-ня-ня. А я бить буду. Ня-ня-ня-ня-га. Ня-ня-ня полести. Так, этого ведем. А тика? Да хуярь ты, блядь, ня, видишь, ня. Я играю. Как я буду смотреть на тебя и ставить растение-то? Сейчас я их захуярю, потом можешь орать. Глупо мне. Бля, уёбок идет, сука. Урод ебучий. Ладно, надо его гандошить сразу. И там идет. И тут идет, и там идет. И там еще. И там, и тут идет. Так, ну тут мы задефаем мины, хорошо. А, тут еще три волны. Ой, блять, куда я поставил-то нахуй? Ебучий расфокус. Так. Так, ну там этот уебок взорвется. Ебаный. Крип, сука. Так, внизу у меня есть? Есть. Здесь есть. Тут ставим, все заебись. Здесь тоже мы ставим, вот тут так. Все, бля, там еще те идут. Там могут быть, бля, какие-то ёбнутые штипы. Ну там, бля, те идут, нахуй. Какие-то ёбнутые. В принципе, их, я смотрю, хуярят. Thanks.
Это с одного удара падает, окей. Это да, для нас не проблема. Попробуем этого пиздярить тогда таким образом. Ёб твою. Ёбаный соус. Терияки, блять. Ебанутый. Ух ты. Этот чем мне интересно делает? С башки хозяина падает и все, умирает. Все, иди нахуй. Ёбаная тварь. Тут менять надо срочно. Помочь. Нужны очень сильно бабосы. Очень сильно бабосы сейчас нужны. Когда-нибудь, может, вторую часть пройду. Посмотрим. Бля, ну что-то эти прям толстенькие. Все, по 4 везде есть, это уже хорошо. Ой, блядь, быстрей. Найс. И внизу нихуя. Хорошо. Давайте через них. Через солнышко играть как-то. Ой, ебаный сыр. Бля, даже хорошо, что они по воде идут. Можно их гасить так. Так, не знаю, давайте выставлять оборону какую-то начинать. Вот так делать как-то. Деф отцу. Это вторая волна будет, не знаю. Кидать меня в жопу. Хуёво. Так, ну и чё ты, кабачок, делаешь? Тебе пизда, ты не успеешь, нихуя сделал. Это не твой уровень, дорогой, блядь. Дорогой, нахуй. Не твой уровень, блядь. Чё, у нас всё уже заебись тут. Ну всё, мы на чиллера слабоны. А, нихуя себе, кабачок, ебанутый. Бля, нихуя себе там, я рот вертел, блядь, слышь. Иди нахуй. Ёбах. Ебать там жрет, пиздюк. Пизду, все, не отвлекаться нахуй. Просто не отвлекаться, блядь. Full focus. Похавай вот этого уебища. Ебучее. Так, вот тут играем мы так. Должна тут вот так ставить будем. Тебе похуй как ставить. Просто так три ебашим. Пиздярим их. И все. Нахуй отсюда. Уёбка ходит. О, блядь, кабачка быстрее ебаните. Ой. Тут этот уёбок прыгает. Мощно. Так, посадим. Уже все нормально, да будет. Вниз сделаем так же. И все, последняя волна, в принципе. Давай. Все, мы готовы. Так, нам надо убить сейчас вот этих. Они не будут вылазить, реально. Так, все, отлично. Все, кабачка там убили. Хуян. Все, изи катка. Блять, мозг нахуй здесь, блять. Кто на меня пиздел? Пиздел. Зайчик.
ящик.